Че такой, блин, такой грустный, что ли, блин, слил вес тоже, что ли? Не. Ты же ебош в 2С, не ногой. Так я не играл, я же не слил ничего. Это кто сейчас сказал? Это Даша? Саня, ты присомаялся? Я нет еще. Чем? Все, присомалился. Бля, ласки не купил. Да иди нахуй. Смотрите, ребят, у нас ни меткости, ни милликрита, ебать, ребят, как какой вам пати нравится? Пати просто нубская. Пати просто на хате, ребят. Дай это, слышишь, ничего? А. Дай фласочку. Нихуя себе. А вы положили в ГБ, что он давал? Вот, блядь, и масло дай. Арстайл, говорю, блядь, надо сделать фласку. Кого? Дай по-братски, Сань, фласок, масло и голды ищи. Реально. Кого? Не шути, блин. Так, ну я беру квест. Нет, я тебя... Подожди, кто? Космополит? Ля, нифига, что с фласок дал, мой-то золотой, дайте поцелую. В смысле? Нам надо это сделать с тобой, фласки, чтобы я покупил третий, блядь, реги и взял фласки. Сколько тебе? Слышь, бич с Этернова, блядь. На. О, давай сюда бабки. Классно. Папе, блядь. Спасибо. Очень в ГБ закинул. У кого есть это самое? Кто может рыбу ставить? Есть такие тут у нас? А пристабав есть? Для пухи, я могу, конечно. Дайте роги кинжала, молю. Рыбу дам сейчас. А что, у нас пристабафа нет? Какие? Рыбу тебе дать, да? Че, присылайте меня, буду приставку, блин. Началось, блин. А у нас и барабанов нет. А, у нас плодин есть. А че, может, наверное, будем бафать эти, что ли, каски и кулаки раздавать хуёвые? А, у нас святая крик есть. А, все есть. Ой, сколько блин. У вас людей на Рокшан? На Рокшан? Да, Рокшан пал. Раз, два, три. А и всем нужно? Ну, почти три твинка, ебать. А вас кто? У нас только варят твинк плодами. И пусть идет. Ну, ладно. Я просто думал, у вас какой-то там майн есть. Хороший. Ну ладно. Рыбу ешь. Все, почему вот, когда ты идешь хантом, у тебя и 10%, блядь, АП, и сти воин, нахуй. И рога, блядь, и паладин, нахуй, в пати. А я вчера, знаешь, как пошел, нахуй? Я охуел, у меня не было нихуя вообще от слова. Ты и так ДПСишь и без бог. А я и ДПС не даю, мне надо помогать. Типа, рога я вообще в своей пати никогда в жизни, блядь, не видел, нахуй. Что-то Сань, короче, это, хотел твинка качнуть. А знаешь, что по итогу? Не качнул. Да я что-то не хочу, не знаю, твинка. Лень. Просто лень. Как вы из твинков делаете? Вас особенно воет, я офигею. Третья поставить? Опять одевать, опять туда-сюда, да, три не могут. Да одеваются, слышь, нахуй, у меня стоял другой пол, блядь. Я два раза зашел в РБК, вышел 220-й. Нифига, в смысле, нифига себе. Да что-то неохота, ты одного и одним играешь, нормально. В ульду сходил. И все, блядь, да, сходил в ульду, до свидания, блядь. Все, и пока, да. Вот это я ебал. А до осколков не было, нифига на этом КД вообще, дерьмо. Надо активнее играть. У меня сколько? 16 штук всего, еще 14. Это пипец, это минимум фиофил. Не знаю, сколько КД. 4. А ваш покинул настоящий КД со всех просто пойдет. Как прикинь, так просто. Да, ну ты че? Это 4, бля, огромный держит.
факу хить, да, пожалуйста. Если твою собаку зовут не Писюн, то я его хилить не буду, да? Я только Писюны хилю. Чем губами? Запишно? Писюн Никиты вообще-то, если что. Ну так, чтобы точно. Это вместе, после себя пошлёт. В смысле писюна Никита, я хотел сказать, в смысле своего пэта, короче, понял. Ну да, мы так и поняли. Твоего хилить не буду, нас уйди. А писюн Никита будешь хилить? У меня нормальный писюн, потому что... Конечно. Ага. Да грамотный вообще-то, не то что у тебя. Ты знаешь? Я мерил вообще-то. Кого? Кого? Асу. Одобряю, да? Асу. Не, одобряю. Это одобряем. Для отличия это одобряем. Эй, что это такое прилетело? О, пока, пацаны. Я накрыл. Сейчас уже разобрёт. Космополит не хилит просто. Как не хилит? Хилит. Ты заболелся? Не. Что-то не напишу. Че, скоро робот на придет люди? Мы тебя ждем все-таки. Кто ждет, тот всегда дождется. Хорошо сказано. Вот так. Каждый это ребята спрашивают, скоро станет вам придет. Я говорю, блядь. Ждите, ребят, придите скоро. Если бы чуть-чуть, нахуй. Вообще пару шмачков выйдет, нахуй. И заодно тоже не будет. Хоть и хватит, нахуй. Я хочу Таша упасть. Такая чисто милипачечка собралась у нас сегодня. Милипачечка. Что-то всех золото. Вась, ты чё? Да я чирик нашел. Ну а встать там что-то получается? Что-то плохо. Да встал. Уже встал? И упал. Ты еще вроде, блядь, этого не хилил точно, а у тебя же встал. Супер. Ясно, тоже поймал чирик. Давай, там этот потеет. Как пол видите. Зачем потеть? Он в соло отхилить не идет, честно. Цепнуху пока столовая пати. Блядь, кому нужна вообще тут мороз, опера, блядь? Может, они по токену вообще будет что-то? Ну, это вообще без коня на хлон нужен. Так это что, мы зря чистили трешку, получил, давай. Ну, причем мы зря почти кольцо добили, ебать, таких не осталось. Понятно, мы убьем, ебать, что. Не жалко, что ли? Стойте, стойте, рыбу поставьте. И рыбал дайте. Улов. По пацанам. Где-то наша рыба? На дереве. Ну кому? Кому нужен мороз, и, опера и молчезар? Ой, молчезар. Дева. Да, скипаем и все, что такое.
Часики? Ну, значит, часы, Паш, какие что там падает? А? Что там падает? Так, мне нужно... Конь, колечко надо. Раз, да. Меня там убьёт, дальше мы... Так, да. Дальше у меня зарубил. Какие танчи завязывают? Надо дамажить вообще. Давай, короче, ДБМ-пул дает. Кого? ДБМ-пул. 5. Проихали. Погнали нахуй. Я говорю, я сегодня еще на работу с утра ходил, Сань, спать хочу, пипец. У меня лоб щебаш. Это не наша проблема. Пипец. Он просто вечером, сейчас сколько, 20 минут 9-го, так рубит просто. А ты с работы что? Да я до 2 уже работаю. Ну, в смысле, на заводе с 8 до 2 выходных. Сколько ты дал? Ты не спал, что ли, ничего? Да мало поспал, часов 5. Ну все, ДПС. А кто на Зигурсе? Я всем на втором еще можно в этой жизни. Я у нас Зигурсе. Ну, там мне-то замначальника цеха говорить. Предложение, говорит, есть Василий, от которого ты не сможешь отказаться. Ну, я и не отказался, в принципе. И пошел, да. Ну, это в субботу выйти, да. Да там работа пипец, я скажу, сделал. Вот они початок края, правильно? Тупо бабок помаял. Можно идти эти лутать с края. Ты пиксел скачал вообще? Так, он его нужно какой-то эмулятор скачать, да, чтобы играть? Нет? Можешь на телефоне играть. А ты с телефона что стримишь? Кого? Ты стримишь с телефона? Симулятор, конечно. Че? Ты что, лагает, чего? Ну так. Немножко. Просто так телефон. А мне можно потирать? Ну, фиг знает, нет. Только в гильдии можешь играть. С гильдии. Ну, так разобраться в гильдии. А там вообще, типа, есть ранг какие-то, ебать, типа, ну, рейтинг там. Ну, а? РТА, видел, я играл против азиатов, там, корейцев, там, и... Да-да-да. Вот, это РТА, Real Time Arena, типа, РТА с реальными игроками, там рейтинг, да. У тебя жесткий рейтинг? Прикал, что я как я дойду на стрим, ты все кибешь. Меня, вообще-то, корейцы, азиаты, там, в смысле, китайцы, меня наоборот. РДДшники даже не нужны, какие были криты, ебать, вы и так и плюс. Чё сам? Я сам просто не спорюсь на А чё ты не дамажишься? Потому что, блядь, я не тринги нахуй, и я... Бич. Пистово, это мой хлеб. Сюда. О, бисвы, качуга наш. Которая есть уже. Чё за дерьмолут, а? Ты отчумай шестой по ДПСу. Можешь убрать меня в ОМОН аспект, а друг. А я какой, слышь? Ты пятый. Хуя же. Чё повыше меня? А чё не первый? Ебать, у тебя просто охуенный бредотелес. Просто вспышка и стрелы, ебать. Всё. Больше ничего нет. А еще что тебе надо? Ничего лишнего. То, что надо, то есть. Хуя там Ирония десятку, блядь, выдает. А, так слышь, так мы там все плюс-минус почти на уровне. А хуя там на УЕ шли, блядь, все? Ну. Это они еще на УЕ шли. Ирония сразу ебал, конечно. На УЕ шли. Это же получше на УЕ Ирония, точнее, получше. Шо в того одинаково навалил. Ты вообще, конечно, ты в 3 раза подели его урон. А ирландец. Понятно. Удары был до схватки на РТ? Чё ждём? Походу, похуй на меня.
Ты ждем пока... Нет, так пошли через этот, через подвал, если скипаем. Гроу, ты был в Улье в 25-й НРТ? В четверг, который был? Ты был или нет? А, как ты когда ходишь? Не, я просто не помню, я тебя взял или на замену отправил? У тебя когда есть? А, плачу, да. А, ну да, я вижу. Я просто не помню. Нормально. Я такой же заряжен, только что. Ну что, мы не идем, да, оперу? А что там падает? Хуй так там падает, я отвечаю. Сейчас что, куда идем-то? Ну, не бери трэш, оперу, пойдемте сразу же на... Куда? На смотрителя, конечно. На деву? Ну ладно, пойдемте на деву. Будем. Пошли через низ. Чё? Так надо было через низ идти, если мы Мороза скипим. Нам вообще погибель надо. Ну пошли куда, бля, ёбаный в рот. С подвала? Пойдём. Так, подвал. Мороз. А когда в подвале трэша, блядь, нет, блядь. В пункте по 600 кай, блядь. Ну, левая рука. А сделать что? О, дева надо. Что надо? Дева? Да. По-моему, падали ботиночки. Угу. А, у меня на кресте есть, на кресте. Жезл, супер. Криптовар как? Вообще красиво. Ядники там есть перец или что-то такое? Помазка что-то ядовит. Тут трэш и трэш ебучий, его нельзя агрить много. Спасибо. Сколько яда? О, умер он. Блядь, ну куда же его награли? Я пока еще первый раз в этом подвале, блядь. Яда здесь, блядь. А, гибну, ебать. Чахну. Супер, давай потеряй нахуй, брат. 8. Там просто так там поставить от сил природы, ебать, на какой-то там. Здесь пола яда. Так, ты что, ворвался, ебать? На танцпол, нахуй? Ну, а то. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блядь, это не ебучно напрягает, да? Ну, она. Давайте разбафимся заново, ребят. Давайте мы двигаемся. Ну, а это, джесс есть? Поставить. А, чему ж го погибли сразу, как ебаня? Бля, паук прибежал, сука. А кого вообще каскает? Ну, типа, урна есть. Есть урна, кого? Да, бля. Сань, ты чё, Сань? Паучок убил. Паучок. Надо Дживс. Это я это поломался. Чуть. Нету Дживса, чё? А вон ещё. Дживс. Так, а чтобы инту бахать, это что надо магу? Что-то... А сразу не ответишь. Порошок че? О. Я дикий пошли спорить. Закрыл каст. Арди. Вот тут можно что-то скипнуть как-то все вот это. Осторожно, ребят. Скажи, ты пет там, блядь. Может, уберем? А, я один пет. Бля.
Выходим, бля. А, даже на топоре не дойду по мозгу. Ну, вы думаете, что это реально быстрее? Ну так все, мы уже вышли. Еще один пак, я не знаю. Даже не надо больше убивать там ничего. Можно 9, да? Угу. А, вот еще не топор стоит, палит на автодвижу. Да его нужно не трогать. Ага, не трогать. Как ты пройдешь дверь-то его? Все-таки пол. Он не пустит. А в любом случае оперу без мороза не убьем, так что кипать либо надо по-любому. Могу 4 бать, ты что? Лучше. Забыл. Блин, тринку мне на ханта ебать, я бы ебаньки разбивал. Кабачок нет. Смотрите, а когда убьем деву, предлагаю просто туда пробежать, не бить всех этих мобов. Это сессия. Типа скипинг? Ну да. Но, блядь, это тут сверху еще пока 4 придется чистить. А так вам можно просто туда забежать, почти на погибель. И встать там, и вообще мобов не надо бить никаких. Ну, в принципе, это чьи-то очень-то даже неплохо. Это. Это наверял бы, блядь. Там пролетит, выгрипит. Рванец. Решил бы зайти посмотреть, что творится. О! О! Это на аркан наберу. Чем? Ты что, я на фонарю? Это две этих. А тут скоп. Тут два. Сань, не тупи. Так я не как Сань, да? Бля, ты говоришь, ты все... У тебя одно говно просто, блядь. Просто, бля, пухи вот эти с офхальными, блядь. Никому не нужно залутал. Меня починили к себе.
Так, Василий, давай. Ранизу нам пышный стол. Красивый. Василий! Ой, ты помнишь такой мончик, Вася? С этим, блядь, с попугаем. Поставил, поставил рыбу, умерли. Поставил, умерли. Так вот свою ставишь. Дай рыбу. Украл, выпил, в тюрьму. Так по местам, просто сосули сделали. Молодые люди. Так. Смотрите, Меликов, дохуя, кто-то будет отдыхать с этой сторонки. У нас Меликов. Раз, два, три, четыре. Давай, кто у нас там? Лоу, так четыре нормально, станьте квадратом и все. Да четыре нахуй и танк? А, четыре Мелика и танк? Да. Ну давай, рекаунт, отдохни, короче, посиди. Или столик. Кто отдохнет? Вон, Asus. Пук отдыхай, давай, стоит. Там троем рассоситесь только так, чтобы не отлететь, нахуй. Давай, пуляй будет. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Герой, сразу давай. Так, меняйте. Асу. Асу. Ждай. Сейчас ебал он так. Да растерял. Кстати, пусть испадет. Или можем набрать. Нет, бабахнуло. Ты заебал. Как это у нас сейчас, то хуярище нет, мне кажется, его что-то здоровье. Ну полбоя вообще не было, терпи. Я тебя погнал, кто-то повез. Ну заебись, у тебя, блядь, на 1000 меньше.
еще и обгоняют. Просто стою в параличе, ебану. Как будто я в ряде стою. Бля, смотри, мне монах, это шанс, что я дохлую, у меня банан. А, ну все, там, блядь, уже пала. Как ряди. О, нате вам лут, ебать, который вы хотите. Заебись. То, что доктор прописал. Давайте там СС. Два кристалла бездны, заебись. Все, скипаем, короче, всю хуету. Давайте. СС по лоб, наверное, да? А чё, подожди, ты чё хочешь? Мы просто скипать. Пробежим сейчас до погибели почти. А почему через подвал не пройти, как люди? Типа там тоже есть дорога до погибели, если чё. Да, блядь. Мы там уже половину трэша почистили, там надо, блядь, ещё пару пачек убить и всё. Только я дорогу не помню. Пошли через верх, мы еще будем плутать там 2 часа. Знаете, побежали через подвал. Посмотрим дорогу тут. Будь здорово. Будь здоров. Спасибо. Так, а с погибели падает, что интересно. Ночная погибель. Где? Посох. Тебе посох это реально нужен? Левая рука, я забирал. Ну, такой же, как у меня, только с камнями. Ты там что забирает, нахуй. Ну столько посоха, столько посоха подал, 25-ки. Неужели ты ни один не забрал? В левую руку там... только хуй можете мой положить, на. Писюн, в смысле. А там посох, понял, подал, никому не нужен. Вот 239-я, которая с ПДК кредит, нахуй. Дух. Да я в конскритом сдался, я хочу с хостой. Да нам навряд ли сюда идти, там нет выхода. Я не помню куда, блядь. По-моему, вот надо направо, вот здесь. Понял. Ну, в принципе, если он потом пойдет на КДМ на следующий, направо, я его заберу, ребят. Скорее всего, Сань. Пойдем типа что? Сань. А. Я заберу, может, его третий. Хорошо. Так, пацаны, блядь. Тут? Куда вы пошли, Али? Че, мы назад бежим, нахуя? Я не понял, вы куда вообще все? Вы вообще на выход пошли или что? Это выход? Вернитесь сюда. Пиздец, блядь. Нахуй бежите за мной, ебать, я нихуя не знаю сам. Мне вообще надо собраннейший дух с СПД, она, короче, не падает, которая КД. И пояс алголона, кожа, это дух СПД, он тоже не падает. Что тут за босс? Комнаты слуг. Выбьем. Просто подстава, Сань, пипец. Тупо две шмотки не падают. Ну давай. Это называется пару пачек, ебать? Ну и, блядь, значит не называется. Если шо, мы бы уже встали и пуляли погибели. Все просто побежали. Да Рейлс просто слабо характерный, блядь, поддал себе на провокацию. Видите, трэш-то. Зато это стопроцентный вариант, а вдруг бы кто-то не добежал, ногу по пути сломал или еще что-то. Были бы какие-нибудь неприятности, а так мы спокойно дойдем и все. У нас была одна неприятность на это. На тени Арана. Вот тут, короче, надо угадать, куда идти. Первая неприятность это вторая. Давайте голосование, куда идем, наверное. Прямо, лево или право? Я не помню, чтобы я ходил в какую-то вот такую арочку налево. Типа она слишком узенькая, я бы, наверное, запомнил. Ребята, если прямо пойдем, тут ничего нету. Я уже так правду говорил. Выхода нет, но. Бля, там не то прибить от ебаны. А налево вот вниз, это что это право? Направо, направо, я пошел направо тут. Короче, тоже тупик. Мы разделимся, ебать. Как в американских фильмах, ебать. Короче, направо это выйти, нахуй, каневра. Серьезно? Да. Пойдёшь налево. Слева это 100% вариант. Ну хуй знает, хуй знает. А кто-нибудь слышал легендарные истории про тайного босса в подвале? Бля, может надо это самое улучшать? Обратно вернуться, да? Ну, нормально, ребята. Да давайте, ну чё, в смысле, нахуй вы сдаетесь на пол? Пойду кольцо возьму. Сражаться нахуй. Пойдемте, курим.
Тут тоже есть что-то куда-то. Ай, блядь, все, сражаемся. А тут, нет, походу, нет, вообще к Мороузу выход, нет? Тут что-то вообще, по-моему, дохуя трэша, нет, ну точно не сюда. Блядь, мы уже летите, реально, не вставайте. Не, давайте лучше сдохнем, да пробежим его. Два раза сдохнем. Да. Почему, а если через подвал так же пройти к Деве, а потом один раз пробежать? Ну да. Блять, я вам говорил сразу, давайте побежим. Подвал, пиздец, да? Блять. Нахуй вас послушал. Какое кольцо берется? Магу, да? Вы считаете, побили нахуй этот трэш, а считаете, блять, оберу убили, да? По времени, может. Че, давайте фул тогда почистим, хули. Да все, пойдемте обратно, иди такой дополнительный. Хорош, блять, заебись. А вообще, вы уверены, что есть выход отсюда, ебать, погибли? Мультика, пушка. Шо? Не шо. Чё там, Сань? Бежим, блядь, чё. Обратно к Деве бежим. Я знаю, да где трэш, вход ёбнешь. К погибели. Нахуй. Давайте трэш, я где выход зайду, а вы где вход? С разных так сторон. Джи стоял же, ебать, ты что, Арстан? Окружим погибель. О, это мы куда пришли? Ну, бежим? Давай на себя крест. Да, лучше? Ну, все правильно, 5 человек туда, 5 туда. Сейчас, секунду. Сейчас полетели все здесь. Блять, сейчас просто ебаники нададим. Га-га-га-га-га-га-га. Ой, сука. Пойдемте искать вход в погибели через подвал. Конечно. Ну хули делать? Сразу бы и пошли искать, я не знаю, чего. Чем это они так дуют, ебать? А че вы мутите, бля? Почему ДК становится за углом, Рога нажимает в него на пол, и просто он бежит, и вы идете, бля? Что делать? Натуре, ебать. Так же можно тоже ходки типа накидать, блядь, и все, и убежать в такую сторону. Конечно, пацаны, серьезно. Попытка номер два. Ты можешь остальные стороны зайти на долгу тоже. А нахуй пошли, блядь? А, тут же трэш дохуя. Так пошли тогда через подвал, да убьем, блядь. Да пойдете просто выйдем с инстайда и зайдем снаружи, ебать. А там же дверь стоит, ебать, как ты туда пройдешь? Через портал Лока там вроде можно было раньше. Да нет, я там был, но не открыт. Ну чё вы потерялись-то? Сейчас пойдем, блядь, трэш этот ебучий чистить. Ну пошли обратно к Деве туда. Встанем и убьем мобов, если не можем пробежать. Бежим к Деве. Через подвал. Блять, пиздец, ебать каламбур, нахуй. Я тебя понимаю. О, смотрите, нажмите на карту, написано в комнате слуг, вот этот босс, короче, который в подвале живет. Получается, да. Чтобы его призвать, необходимо убить всех существ в этой комнате. Что, будем бить? Не, ну типа я, допустим, ни разу не видел этого босса, нахуй, что там за босс? Манекен ебаный. Так, что, стою за углом, да? Рога дает на пол. Рога, давай на пол. Ну, ты должен под кошем, типа, с правой стороны бежать, потому что они начнут сразу кастовать свое дыхание, а мы налево идем. Понимаете? Это, а как мы будем сейвиться? У меня сейчас нету, все. Зубы. Шаван станет. Ой, диван есть. Вы, главное, мобов вообще не трогайте. Рога просто пробегает туда в конец и нажимает ваниш, и мобы никого не бьют, если мы вместе с ним будем бежать. Уже ребята хотят пиздиться, блядь.
Шо, погнали? Блин, это хуятая идея, мы сейчас опять ебанемся и встанем, мы побежим, но это просто трата времени. Ладно, отойдите отсюда тогда, блядь. Тогда убивайте. Мобов, блядь, начистили, что пиздец. Ля, пизда. Отойду на минуту. Ля не дует, да. Пачка меньше, пачка больше. Теперь можно пробежать. И чё, они рассыпаются, как мрази, ебать. О, короче, аккуратненько. Мобы вообще не АФКшные, ебать. Они чистятся 5 минут, блядь. Блядь, чё за хуй-то? Давайте обратно. Бегайте за угол. Мы уже убили бы это погибли, ладно, если вы чистили уже. Просто побежали пора. Вот эти раухницы, пойдет. Понятно. Чистить. Обоснись за мной, снизу мой этих мобов аж страшно. Гера отвечал. Ну, а снизу кто? Давай еще потянем. Зачем, блядь? Так снизу мы еще чистили. Так всех чистим, а все. Идите еще с ним. Там еще рядом с конем трэш остался, я помню. Давайте туда сгоняем. Просто, а вдруг там есть проход на погибель? Я слышал истории, что через верх там можно пройти. Рассказы странников. Гэндальф, ты куда нас завёз, ёбаный брат, нахуй? Тут, говорит, воздух свежее, нахуй. Грязь. А, это Абу Дави вообще потрошит, бежит, бежит. Посправились? И чё? Они это фул чистили, а мы, блядь, одного двух боссов убили. Смотри, там еще пачка бежит. А как она бежит сюда? Как они бегут? Как они узнали, что мы тут вообще? Съебывайте, смотри, там Пет бегает. Хули вы стоите, съебывайте. Бежим. Суп не успел. Здесь стоит и блоб. Там ДКшный Пет гоняет по кругу, их подтягивает. Не думали под жопу. Бля, че? Я ебу. Хитись. Это лучший каражан в моей жизни, блядь. Ты не знаешь, что мы здесь. Просто, блядь. Стой, сука, ты. У нас не чистили, блядь. Ирландец, удали Пета своего, блядь. Я смотрю, блядь, еще пачка бежит. Мы только дочистили, еще пачка бежит, блядь.
Тут хупами откуда вообще просто. А давай вот сюда сходим, где здесь вход? А, где выход? Давай проверим. Тут можно с правой стороны обойти. Ну, с выхода с горожаной обойти, правильно? Во, кстати, можно сейчас через погибель пройти и там посмотреть, да, где, давай посмотрим. Где выход в подвал, да. Как нам надо было пройти, можно глянуть. Это вон на той стороне, да? Ну да, надо просто вот по кругу пробежать по балкону. Давай. С той стороны есть выход, как, ну, в подвал, то есть. А у кого призыв? Это же выход, это же с этого, блядь. Там будет сейчас спуск на этот. А куда вы прыгаете? Ну это призыв? Вот, через подвал ты должен выйти и вот в эту дверь зайти. Вот тут жуткое привидение какое-то. А, отсюда? Чё, Агрин? Где давай, призыв? Давай, во все тяжкие, хули. Где призыв? Понятно, нихуя. Да это то же самое, блядь, это просто мы по кругу обижали. Вон там подъем на смотрителей, блядь. А. Ну, а, блядь, дальше идет спуск в подвал, нахуй. Да, вон, вижу, да. Ага, смотрю, так, спуск. Че такое, хуйня какая-то. Вот, дверь какая-то, люка. А, ну вот, фантомная дверь. Вон, тут всё, нахуй. А, нихуя, это сейчас, я нашел типа, ну, с этого. С оперы, короче, дверь. Так что, мы призывать будем или не будем? Будем, сейчас я только вернусь обратно. Блять, а где я? Я вас потерял. Писта баф есть? Это дверь, которая заперта, это дверь, которая с улицы, ебать. На втором этаже, которая, это она заперта, если что. Нет. Ты с улицы на втором этаже, когда заходишь, то ты зайдешь. Дверь, блядь, упираешься. Я покажу, где ты зайдешь. Ты там зайдешь, вот эта дверь, которая ты здесь. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Да. Нет. Ставь рыбу. Нет. Блядь, ты спорить со мной будешь? Да. Пошли, я покажу, где ты зайдешь. Давай. И там дверь будет заперта, ебать. Вы сейчас ради того, чтобы выяснить, кто из вас прав, побежите куда-то и будете искать какую-то дверь? Вот тут. Серьезно? Да, но я тебе про нее говорил, блин. А, ну все тогда. Блять. Все, я прав, нахуй, я выиграл. А где Сух? Так суманите. В подвале потерялся. Где в подвале тут? Запись. Заперли в подвале? Я не знаю, у меня этот, у меня бой висит. Я с кем-то дерусь. Не могу шкаф поставить. Не. Тоже. А, не, я сбросил этот комбат. Мы, наверное, по подвалу пока бегали, кого-то зацепили, нахуй, скорее всего. А что делать? Или Пет сейчас прибежит с пачкой с новой. Да, да, я спал и плапал с диваном. КДСС. Да нахуя призвать вас лучше? Без скилла? Ну, а, он прибежал. Будет. Ставь рыбу тут. Полетели, пум-пум, полетели. Полетели, дринцы. Эти уже, блядь, убивают этого. Кого? Погибель? Опер. Они убили же, нет? У кого призыв, блядь? Призывайте эту залупу, блядь. Есть еще код урна? Давайте с этого... А, ну он все вижу. Никит. Кто это? Кто там мозг играет? Нахуя вы два дракона призвали, блядь? Одного надо было. А это у меня музыка в игре играла, что? Что за музыка играет, блядь? Всех музыка играет, нет? Укончил. А, это, блядь, ДБМ музыка играл. Что, блядь?
Поменяй меня с тобой пасть. Давай. А зачем? Уи-уи. Тут диспелить может только Asus. Asus. Блять, бежал по херна. Переплыл, блять. Чисто полетел под клиф, нахуй, блять, пиздец. А чё рел-то? Я ж поменял. Чё мне нравится? А, в огне следовало чё просить? Это как-то грустно бьется. Взлетай. Оп. Взлетай. Давайте сбежались. Вон что, шаприоном, блядь. Бежим прямо, прямо, прямо бежим, прямо. Прямо не в стенку, а прямо. Бля, куда вы бежите, блядь? Ну, меня мобы скрыли. Хотите не открыть? О. Бля, это просто очень рад. Пачка сзади бежала, он пофиг все. Два на пол и серпу. Бля, ты прохеришь? СС был? А, на кого СС дать? Да похуй, помню, что опять у нас мост есть. Господи, куда ж ты ферм-то уводишь? Вообще в другой конец комнаты, ёбнется. Да ёб твою, блядь, как этот босс напрягает. Блядь, ещё бегать, как мразь. Что творится? Сейчас нет. Ебанулась, нахуй. Thank you.
Сдвигаться будем в тотемы, ебать, просто. В центр тотемов зайдете, ебать? Давайте, справитесь в центр тотема. Оп, и направо. Направо. Побежали. Пошлите, пошлите. Все, ловим трэш. О, хули, там стоит бифолт. А, что, помогайте спели, да? Вот такой тут все. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Хорошо. Давайте, ребят, еще одну взлет. Держись. Там, блядь, еще гера катится по ним. Сука, ну ты и мразь. Блять, нахуй я все время бью его. А ты убил все время будет? Прошу ради. Ее. Нет, там 10% вот и не было в умене. И что, это веселость в умене был? Ну да, я только на первого босса сходил в сырве, понял, что, блять, все грустно, там милики все сосались с 5000 ДПС. Я спекнулся в ММО, чтобы хоть кто-то дамажил. Ну, вообще, ее, блядь, в сурве бить это долбоебизм. Ну, да, я уже понял. Вот это вот пизда, гнев и молчазар вообще неиграбельно. Не, молчазар нормально еще. То есть ты стоишь, нет, ты стоишь примерно между мили и, ну, рейнджами, если на тебя кидается, типа, ну... РХП просто отрыв делаешь раньше, все. Да, это да, дохуя делов, блядь. Там гораздо проще в ММИ играть. Ну, блядь, похуй, минус 1К ДПС стоит. Зато ты мозгоёбство, минус, блядь, я не знаю, нахуй. Да. Ну, зато, типа, если на лоу ХП тебя сам босс нажимает, ну, хотя бы трапы дамажишь. Следующий контент я тоже не знаю, как бить, типа, ну, ик нормально, а вот груль магик там, и вот зайдешься трапу ставить. Фреймы огромные, ну, да, круто, фреймы, ну, большие. Тебе придется очень долго пробегать прям к центру босса, но это дохуя дело, на самом деле. Типа, 4-4, тебе один хуй надо бегать трапу ставить, там вся суть в том, что ты ставишь босса на две трапы, нахуй, и бурстишь, типа, блядь. Один хуй то же самое получается. Не, ну на маленьких, да, на маленьких нормально, там, по сути, боссы-то манекены, блядь. Не, боссы манекены и о том, что как трапу под них ставить. Это, блядь, ты побегать заебешься. Да. Типа, есть боссы, вот, типа, бежали, есть боссы, бежали, типа, рано, да, но... Давайте, я тогда что-то убираю. Все, ушли, ушли, ушли. Что это за хуйня дамажит, блядь? Да постоянно дамажит. Куда не бегут сюда? Надо также Асус помогать по этому... Блядь, заебал. Забыл слово. Иди спалил. Да, смотри, живи, живи, живи. Ну, на коляске добьем. Прожаренные скелеты делаем вообще. Прожаренные скелеты. Ну, дыханием моба убить. А вот это слава райдера никакой не дали ачивку иметь? Ну, точнее, ачивку, а это звание. Это подракон. А звание не дали. Подракон теперь.
Трак убежал оттуда на бутсах, а обратно фирму или перевел. Пиздец. Я ненавижу этого босса просто всей душой. Сейчас, если посох падает, короче, я тебе мудрый подарю, понял? Да? Если посох падает, СПД, дух, короче, смотри. Серьезно? Мудрый подарю? Давай. Минус мудрый получается. А все. Забрать как бы какую щиту, по-моему, точную, а? Брать защиту можно дать модуль? Щит, секс, конечно. Тем мы полчаса били этого босса ради двух кристаллов бездны. Кайф. Сейчас интересно, секунду. Сюда бой-то не пропал нихуя, пиздец. Что делать? Бежишь опять, что ли, вы? По мне да, надо. Да нет, будем умирать. После смотрителя умрем. Блять, а перед смотрителем там. А, мы все равно после смотрителя будем пробегать, так что умрем еще. А у всех бой или у кого-то нет? Типа, можно мне... шкаф поставить, умереть нет... там до смотрителя. Нету боя. Очистите, еще у кого еще есть человек? А, как я шкаф поставлю в бою? Отлично. Ты сначала сдохнешь, а потом шкаф поставишь. Ну а где я тебя поставлю, блядь? На входе в кражан, что ли? И ты пробежишь в этот, как он называется? Мобов после смотрителя. Вообще да, надо получается смотрителя убивать, чтобы был телепорт. Да. Ну, без рыбы будем. Да нет, мы все равно типа будем пробегать после смотрителя, ебать, умирать. Раньше скипать. Так, чё, ну типа скипнул урям и всё, чё-то. А чё больно, ну перезайди и всё чё. Ну так, это 4, ведь нажали, поехали. Он без нас тогда пойдёт, да? Так а хули понт тут надо делать всем, у кого бой? И потом опять с подвала бежать. Сейчас можно сдохнуть, да, дать диван, в смысле, просто и масуха. А чего вам этот бой дает? Зачем вам нужен, блядь, типа бой не нужен? Чтобы, блядь, можно было поесть. Типа рыбы там, не рыбы, нахуй. Чтобы можно поедите. Было, блядь. Просто смотрите, блядь, пойдите. Блядь, видите, не резист, а не резист, это того рот, типа. Александр, блядь. Я снял, что ты хочешь? Нет. Что нет? Нет. Ну смотри на оба, бля. Не, на этого да, тот, который умер, нет. Суф там пытается добежать до нас, да, Суф, пытаешься? Естественно. Это мой Васька, нахуй. Прям как будто высоко, что говорит. Это мой Васька. Правда? А, чё? Сделай ещё раз. Правда? Правда. Тут, конечно, висит чак у нас, висит чак. Никит, смани по-братски, братан. К
кого? Каким хуем объясни мне? У меня висит бой, я не могу поставить шкаф. Да ему диван ебануть надо, и все, походу. А диван в писюн просто. А может он один сдохнет, мы его резнем, бафы не будем давать. Давай сейчас он сдохнет на мобах. Ты потерялся, Су? Что там? Ну что он там? Ну делает. Потому что он видит, что ты такая, ну, туповат. Вот сюда забегай, вздыхай, короче. Точнее, Асус, только там. Ты... Только... Кто меня резнет, объясни мне. Кто резнет? Асус. Кто? Я резну. А ты чем резнешь? Ты только что мусуху давал. Чем ты резнешь? Шаприон может быть? Асус может резать. Можно я, сейчас... не, я не в комбате, я могу резать. Все, давай. Вот, все, я сейчас умру, и СС у меня есть. О, бля, зачем СС? Да, ты СС проебал, как мы тут потом пробегать будем? Убейте этого, чтобы у меня бой не повесился сразу. Правда? Вообще получается что? Получается скилл, блядь. А, там СС. Ультра скилл?